Светаю я владею рощи, падаю донаты рекой. Выходю я в ламоду за обувью крутой. Так, пасеки, напомните ссылку у того сайта крутого Аука, аукциона, которая другая, не та, что у меня была, а другая. Там, где челики на выбывание, Макс. Да-да-да-да-да-да. Прышающий мальчик, годедушка. Видишь, вот, ну, задонатили. А, вот, появилось. Смотри, сбоку появилось. Пасыки, вон. Прыгающий мальчик, 150 суета. Макспен, добавляем, нет? Макспен. Альт F4, да. Тоже пусть будет. F4. Да. Сюда. Раз не надо, раз не хотят. А, фасихомба. Спасихомбу, да. Маслоры, что добавляем? НФС, да, ты любишь? НФС. Там режим какой? НФС, да. Это опять на прохождение. Да. Это опять на прохождение. Сабнаутика. Да. Кархеч. Так. Кархеч, да. Не пиши сам ничего, просто с донатов пусть сами добавляют. А, то есть они могут сейчас в донате, да, игру предложить и сами задонатить на нее. Правильно я понимаю? Нет, это я сейчас просто добавил те, которые я хотел бы поиграть. Да. Зяблы хотят. Зяблы получат на Тинибине. Вот, смотри. Спасибо, Мирон Яныч. Это смотри, Тинибини, вот он, смотри. Вот так вот, раз, Тинибини. Опа! Ха-ха-ха-ха-ха! Спасибо, брат, Миша. Это, ну, пацаки должны номер игры писать, и будет само добавляться. А! То есть, смотри. По идее, вот они пишут номер, вот это, да. Да. Прыгающий мальчик, вот смотри. Это я тут убираю сейчас, вот так, вот, допустим, 0. И вот сюда. Да. Это не Мамон Гейт, это просто, ну, новинка. Да. В Инкруптион играл. О! Нифига себе, блин. Инкруптион? Это такая страшилка, ну, стрелялка. Спасибо, Мазерати. Инкруптион. 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 Инкруптион, смотря, добавить. И вот так вот, смотря. Опа! Ха-ха-ха-ха! Dark Souls. На Dark Souls 3. Блин, спасибо, ребята, блин, сюда, Dark Souls. Марио нету, я не знаю, как его, такого Марио. Какое Марио? На компе есть разве Марио, блин? Это Брэд. Сейчас, Гейкусер. Да, Гейкусер, да, да. Гейкусер. Спасибо, блин, ребята. Сейчас, сюда, да, вот сюда. 18. У меня уже есть Инкруптион. А у меня тут есть Инкруптион? А, есть, да. Сюда. Сколько? Инкруптион хочу. Rabbit Born, смотря. Не-не, Rabbit Born нельзя. Это порнушная игра, пасеки. Там трахает кролик женщин. Нельзя ее, блин. А, таймер включить, чи шо? Не понял. Так там 10 минут. Dark Souls, блядь. Да вы издеваетесь, пасеки. Да я же сказал, жену его нахуй, а. Dark Souls, не донатьте на Dark Souls. Не донатьте на Dark Souls, пасеки. Dark Souls не донатьте. Я играть не буду, ясно. Тут как бы если Dark Souls побеждает, то это не считается. Спасение от Dark Souls. Геогусер топ. Ебай, как лорд ты сам, блин. Спасибо, котик мой. Чейзер побеждает. Да. Инкруптион. Я сказал.
Тут ты дурак? Ты что делаешь? Пасеки! Это не считается, блядь! Ты что, блядь, Вазелямби, блядь? Сука, золотую жилу вытащил, медный кабель из земли достал, блядь. Спасибо, пасеки, блядь. Спасибо, блин. А что такое Encryption вообще? Объясните, это нормальная игра? Или это просто какой-то рофл, чтоб типа я играл хрень какую-то? Карты? Какие карты? Карточная игра? Я такой вообще не люблю играть. Да Шрек 2 тогда играет. Карты играют только зеки, тупаги агусер. Ой, блядь, моя игра! Спасибо, судьи, клик-клик-клик-клик-клик. Спасибо большое. Вот оно, смотри, чизер идет, смотри. Да, я на чизер побеждаю, пофиги. Спасибо, блин. Спасибо, блин. Это чизер, блин. Мазерати, даунлифтинг. Такой есть даунлифтинг сейчас. Это down карты лифтинг, плюс страшилка. Лифтинг, очень интересная. Лифтинг. Там вроде сюда есть енот. О, тогда надо играть. Чего? Ты что, дебил, что ли? Так, блядь, пасеки. Это уже не смешно. Dark Sallay. Точка. Насало, он сказал, пятак. Бигесер. Ебать. Десятка. Блядь, я не прочь почти чудо-бахи. Спасибо большое, Кулёвин. Десер пометается, блядь, центр. Спасибо большое, блядь. Спасибо. Все правильно, да. Время давай, надо добавить. Давай, Dark Sallay, красиво. Блядь, да, дорогие, что ли, блядь? Ты же это видел? Да нет, ты что, блядь, пасеки? Нет! Dark Sallay больше не принимаются. Ладно, еще минуту тогда последнюю, и все. И пошел отчет, ребята. Ну, Dark Sallay все равно сейчас еще будет крутиться в этот самый шар. И там уже точно решится. А нет, Гегесер. Восемнадцать плюс пять, базики. Спасибо большое, блин, братишка. 23. 23. Все, пасеки. 60к за полчаса. Дело как на заводе. Добавь эту копеечку на Dark Sallay, деда. Спасибо. Это... А чё оно не пошло? А чё оно не пошло? А чё, ничего не произошло? Не понял. Я чё-то не понял, а чё-то ничего. А куда нажать надо? Инскрупцион. Да ты заебал, уже бабок больше, чем моя месячная ЗП. Ты должен в самом начале говорить. Так я сказал, блядь, колесо удачи называется это. Мамон Солюшен 3.0. Ставь выбывание. Там у больших донатов тонкие полоски, и у них малый шанс вылететь. Дурак. Да? Давай обычную, пасеки. Я ничего про убывание не говорил, поэтому обычные на 60 секунд. Это будет честно.
я решил, пусть будет обычно, потому что я про выбывание ничего не говорил перед этим. А сейчас будет фортуна такая, которая всем понятна. Ясно? Я сказал, я нюхал говно. Мамонты идут по лесу, идет белый снег на голову мою, и тут я спотыкаюсь, и золотую жилу вижу, тяну я ее, жилу золотую, жила, жила золотая, тебя я тяну, жила, жила золотая. Чезер выиграл! Пасеки, ну Чезер выиграл! Ладно, давайте так договоримся. Смотрите. Да. Первая игра будет Чезер. Удаляем теперь лот. Да. И теперь погнали дальше. Речь фиксирует тотальный развод. Теперь погнали дальше. Следующая игра. И следующая игра, погнали. Так, смотря. Вот. Все, ребята, вторая инкруптион. А заодно как раз скачается. Да. Тяну, 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 тяну. Жила золотая, я тебя тяну. Это что за хуйня, маму ебал, блядь. Ты чё, дурак, что ли? Как же сало пролетел? Так не хотел сало, оно пролетело как раз. Какой-то маму блядь. Это Брэд Баба? Чел, такой игры нет, вчитайся в название. Тащу, 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 я ее тащу, 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 золотую. Вот скажи, ты полудурок, все просили выбывания. Даже папич с 8 классами понял, как оно работает, а ты нет. Селюк ебаный, ты не мог нормально провести. Донатили час, а крутят хуйню за минуту. Вы блядок. Перекручивай с самого начала все. Потому что фэк-игра подпортила все проценты. Давай заново. С первой скрутки. Нет. Не считается. Все по-честному у меня. Только честно. Игра. Понял, блин. Ну, Dark Sala, ну просто она, видишь, обходит меня стороной. Да уже второй раз, блин. Компания Чиройс какой-то. Следующий аук будет на выбывание. Но этот был обычный аук, понятно? Да, потому что у нас не было изначально договора, что это будет на выбывание, блин. Ясно, понятно, ясненько, да, понятно, я понял.